Для меня, как и для каждого азербайджанца, имя Гейдар Алиева очень дорого. Не только потому, что он мой отец, но и потому, что он тот человек, который в самый трудный период развития, современное развитие независимого Азербайджана, был приглашен народом и возглавил страну в тяжелейший период. Также, говоря о Гейдар Алиеве, нельзя не вспомнить и период, когда он возглавлял советский Азербайджан. И это тоже был период созидания, развития. Тогда Азербайджан под его руководством с конца 60-х до начала 80-х годов прошлого века вышел на передовые позиции по социально-экономическому развитию в масштабах СССР. Потом был период его работы в Москве в качестве члена Политбюро ЦК КПСС, высшего совещательного органа советского государства, и должность первого заместителя председателя правительства, когда он по существу руководил многими важнейшими отраслями народного хозяйства бывшего СССР. Был период, когда он подвергался незаслуженной обструкции, был период очернения, клеветы, но азербайджанский народ всегда верил в него. И в самый трудный период, когда будущее азербайджанского народа зависело именно от таких людей, как он возглавил страну и спас Азербайджан фактически от исчезновения с политической карты мира. Тогда именно об этом, к сожалению, шла речь, поскольку страну раздирали внутренние противоречия, шла полным ходом гражданская война, одновременно с этим шла ползучая оккупация азербайджанских земель. И в этот тяжелейший период он возглавил Азербайджан и по существу предотвратил дальнейшие беды и трагедии нашего народа. 10 лет его пребывания в должности президента с 1993 по 2003 годы. Эти были годы стабильности, развития и заложения основ для будущего скачка Азербайджана. Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело. Главный его завет был в том, что мы должны освободить наши земли от оккупации, вернуть наши территории, восстановить достоинство азербайджанского народа. Мы верно его памяти, его заветам выполнили все его поручения. С честью выполнили все его поручения. И сегодня, в канун столетия его юбилея, можем уверенно сказать, что все то, что он задумал, все было реализовано.